Смотрите, как нужно чистить рыбу. Все элементарно и просто. Вбивается два гвоздя. Один вбивается в голову, другой в хвост. Так. Теперь берем, есть такой устройство, керхер. И просто ей чистим. Вот и все, наша рыба готова к употреблению. 3 секунды делов, ни на какой жене заморочек нет. Удачи вам всем!